Озвучено проектом Шаурма Студиос. Текст читал Шаурма. Поехали. Вы продолжаете звать Инка. Вы слышите чей-то низкий голос, напевающий простую детскую песенку. Кажется, это имя больше никому не принадлежит. Голубика, ты часто вспоминаешь об смерти Инка или о нем самом? Я? Да, очень часто. Он ведь был настоящим героем. Мне не хочется думать о том, что погибнув, он оставил нас на милость разрушителя мифов. Слушай, просто хотел спросить, ты смотрел, что было в тех записках от Инка? Простите, но я не могу вам рассказать. Иначе кто-то из вас может передать мои слова. Эреру, а он не должен об этом знать. Занятно. У каждого монстра есть своя слабость. И мне хорошо известна твоя. Нет! Он почти как я, но немножко другой. Голубика, хоррор проснулся, у него был кошмар. Теперь будь осторожен, прошу. Я? Санс? Черт! Не надо было дрыгаться. Какого хрена? Это не мой дом. Санс! Куда ты собрался? Другой я проснулся. Постой! Откуда ты знаешь? Идем! Это точно не очередной маньяк-разрушитель. Ох, перестань! Не, ну а чё? Что? Хей! Прекрати! Папи, о, звезды! Санс, держи его! Отпусти меня, ублюдок! Сволочь, решил добить меня или поиздеваться? Идиот! Успокойся! И почему все альтернативные Сансы настолько долбанутые? Прости, папи. Я не хотел, чтобы так вышло. Ох, другой я! Зачем ты снял повязку? Эй, а ну убери руки! Спокойнее, это просто тряпочка. Знаешь, куда я тебе ее засуну? Кто-то должен вымыть рот с мылом. Что ты делаешь? У тебя кровь. Великолепный Санс этого так не оставит. А теперь давай папе тебя отпустит. А ты пообещаешь больше его не душить. Договорились? Ладно, мелкий, договорились. Перевод взят из группы «Творческая свалка». Ссылочка в описании.